Тракторист. Мы все-таки их победили. Что тракторист целую ночь? Мы будем почаще. Вы меня бить! И выявлять вот таких. Ага, я знаю вас. Откроешь окно. Если в деле в аду, Юрчик, будет заместить закон. Эй, мусор, лови разно. У мусоров попадут. Не будет. Ой, бля, а что твои мусор? Будет заместить закон. Эй, мусор, лови. Тогда я закончу с вот этим, понимаешь? Он стоит... Ты, блядь, ты ж... Вот ты понимаешь, вот из-за этого все начинается. Выполни закон о полиции, 18 статью, пункт 3. Я ваши права какие-то нарушил. Слышишь, если ты хочешь мои права нарушить, так ты их нарушишь. Тебе показать законы, на что я ссылаюсь, так я тебе покажу. Давайте, я ж не против. Если вы об этом говорите, я ж не учебная книга, мы все люди, я ж не могу. Еще я ж не компьютер, да, там вам на память назвать, если вы за это хотите поговорить. Я ж не могу вот так, до запятой, до точки. Закон о полиции, это дорожный рух. Понимаете, даже если на то и пошло, если вы хотите там что-то... Закон о полиции для кого написаны? Для людей. Для людей или для полицейских? Для людей в том числе. Люди, причем к твоему закону? Водителя, я смотрю, закон о полиции, как в вашем случае, наверное, лучше нас знаю. Да, так а кто тебе это мешает? А что я нарушил? Оно обоснует. Ну что я нарушил? Ну я же вам сколько раз предлагал. Что я нарушил? Представь, а вы даже водительское не понимаете. Да ты дело начал рассматривать, чтобы я тебе показывал. Ты 278 начал рассматривать? Правила дорожного движения нарушили, пункт 2.4 правила дорожного движения. Так мы на ПДД или на закон? По 35 статье его. А по 32 на основании чего я тебе буду документы показывать? Или незаконно? Что ты огрызаешься, я тебе говорю? Не ты, а вы. Я говорю, что ты огрызаешься? Я рюмку с вами на стол. Да не хватало, чтобы ты еще со мной рюмку пил. Давайте так. Выполни закон о полиции, 18 статью, пункт 3. Километр мне не пробежать. Ну надо будет пробежать. Сдать норматив, надо ж. Полицейские же должны ж нормативы физические. Ты будешь показывать свою службовую посвящение? Я говорю, будешь показывать или нет? Да я могу вам показать. Ты говорю, будешь вам или, надо, нет? Да, мне нужно. 18-й, 3-й какой-то там пункт, там еще что-то. Я говорю, удостоверение предъявляется по просьбе. Если вы хотите, я вам его предъявлю. Ты дурак, скажи? Я говорю вам, вы хотите, а вы мне 18-я статья, 18-я статья. Я вопрос хотите, задаю, ты дурак или нет? А вы... Я у тебя сперва спрашиваю. А я у вас спрашиваю. Полицейский зобов'язаний. При зверненні особи. Так. Ты изначально ко мне подошел, я к тебе обратился. Я подошел. И все, представился. Правильно. Давайте читать, что написано. А ну прочитай. Давайте, снимайте, давай, что вы хотите. Прочитай. Давайте. Что читать? Давайте, давайте. Закон о полиции. Так, что вас не устраивает? Я к вам представился? Говорите, что вас не устраивает? Ты службовое посвящение показывал? А вы меня его просили показать? Я вам не обязан подходить его и показывать. Я обязан представиться, написано. Вы же читайте внимательно закон, а ты, потом блядь, будете... Ты, блядь, задрачишь меня или ну что? Давайте уж снимите и покажите. Да всему я людям обществу. И так ставлю. Что вы вставите? Смонтируете вставить? Вы снимаете съемочку, покажите. Кого? Пункт, книжку показать? Где написано? Что? За потребую особы предъявляю службовую так посвящение. Так мне, смотри, еще раз тебе повторяю. Вы говорите, просто да подожди, покажите не ори, мне свидетельство. Да потому что вы перебиваете, уже не слышите меня. Машина тут мне, ну я еще раз говорю, тебе. Буду и другим тебе, раз. Вам еще я говорю, раз. Тебе. Вы пока я буду тебе, мальчик, рассказывать это, понял? Мальчик знаете где? Который стоит посадку, со звездой, и не знает, что ему делать. Мальчик только что просился в посадку пойти покакать. Вот так это мальчик был, понимаешь? Вы только что рассказывали. И к чему а перед вот тобой стоит ваше... мужик, который тебе пытается в голову бить. Выполни закон о полиции, 18 статью. Я выполнил, я вам представился, что не так. Съемку можем посмотреть, жалобу поехали в отделение писать. Я видеосъемку представлю. Зачем пишите мне жалобу, меня, тебе заявление. В райотдел, так я напишу. Раз, поехали, на меня заявление напиши. Покажи, я вымогаю, своим, чтобы ты показал мне службовое посвящение. Тебе так устроит? Органам, то, что я делал, непосредственно видеосъемку. Еще раз говорю, я вымогаю, я буду теперь всегда так говорить, вымогаю. Показываю кто такой, вам. Чем вот дышишь? Снимать не надо. Вы же читали закон? Не задрачу. Снимать можно жетон, удостоверение снимать нельзя. Я вам покажу, нельзя. Можете прочитать вслух. А ну подожди, нельзя? Давайте. А ну покажи давайте. Мне, где написано. А вы покажите, где можно. А 19 статью Конституции давайте, тебе, ты знаешь говорю. Вообще ее или нет? Ну расскажите мне, чтобы я знал. Ты
Ты меня задрачиваешь или что? Ну расскажите, показывай что мне. Я вам покажу, я не против. Снимать я не хочу. Это служебный документ. Я ж не знаю. Дома будешь, хотите или не хотите, ты понял? А ну, здесь ты должен служить. А я здесь, допустим, хочу. И не нарушать конституцию смотреть и законов. Удостоверение не хотите, да? Ты отказываешься? Я вам показываю. Показывай. Смотрите. Снимать не надо. Еще раз показываю. Говорю. Все. Руки, блядь, убрал. Ну, снимать я вам еще раз говорю. Снимать я не разрешаю. Ты отказываешься? Снимать не разрешаю, да. Снимать на видеосъемку я вам. Так я ж узнаю все равно, кто ты. А? Я ж узнаю все равно. Я представляюсь. Диэрмен моя фамилия. Диэрмен Максим Анатольевич. Покажи, старший лейтенант полиции. Освещение. Должность моя. Инспектор патрульной полиции. Еще раз говорю. Это понятно? Покажи. Что-то непонятно, я нормально выражаюсь. Еще раз говорю, покажи. Все, с вами мы разобрались уже. Что ты со мной разобралась? Езжайте, об этом говорить с вами. Я говорю, покажи службовое посвечение. Я ж вам его показал. Что ты показал? Я показал, я стал на видео. Так, дружище, а я теперь тебе другую сторону показываю. Раз. Ты просишь, у водителя тебя показывают. Я еще раз а как говорю. Ты показываешь? Владислав, да, давайте не будем долго спорить. Поедем в отдел, на меня напишите заявление. Да я не буду и тебе в райотделе писать. Я найду, куда написать. Так я найду, куда написать. Ну, куда хотите, можете писать. Я говорю, я покажи службовое посвящение. Я вам покажу, можете прочитать слух. Снимать я его не разрешаю. Чем это запрещено? Чем пожалуйста, мне запрещено снимать? Вы можете вот жетон, еще раз говорю. Нагрудный. Ты кто старше вы у него? Можете снимать. Кто старший лейтенант? На видео вы не можете снимать удостоверение. Я вам еще раз говорю. Это Владислав, зачем мы будем орать? Ты уверен? Что-то а ну покажи мне, где в законе понимаете. Это прописано. Чем мы будем ни о чем? Если вы. Еще если, раз говорю. А давайте так, вы мне покажите, где я обязан, чтобы 19 статья Конституции Украины. Еще раз понимаете, тебе объясняю. Что мы кричать будем? Покажите мне, если вы правы, все, меня накажут, блядь. Я вас попрошу извинить. Да я тебе и так буду наказывать, что ты паришься. Не понимаю, что это ваш способ дохода. Тебя не должно вообще дрочить какой-то способ понимаете, дохода или нет. Нецензурное выражение, понимаете? 173. И оскорбление сотрудника полиции, да. 173, да, действуй. Мелкое хулиганство может восприниматься. Действуй. Понимаете, я вам говорю, ну, действуй. Вы, вы давай. К чему вот это все? Ну действуй, вы ты же хочешь мне 173? Я не хочу, я вас так просто уведомляю. Так а что ты мне словами том, кидаешь? Что, ну чтобы вы знали на будущее, потому что вы не все знаете. Смотри. Ты ну, меня задрачиваешь? Что я вас задрачу? Я спокойно разговариваю. А тебя уже по бодикамере можно мозг выявить, смотрите, понимаешь? Какое-то потому отношение что ты было к вам плохое или что, не понимаю. 10.26, ты знаешь вообще этот приказ? К чему ой, закон. К чему кричать друг на друга? Нет, так но ты же мне же ничего не добьешься, еще раз если объясняю. Вы хотите, чтобы сотрудники так полиции нормально. Так что ты переживаешь? За. Ты понимаете, добьюсь. Что я за? Ну все. Если вы хотите таким способом, ну только же вы действительно мозг выносите тем, кто так я тебе действительно нарушает, оскорбляет, понимаете? А когда да, вообще тебе должно быть нормальное отношение через пожалуйста все время было, а вы вот это начинаете... Так я терпел же до последнего, а ты сидишь, ну, блядь, дрочишь судьбу. Хорошее отношение к себе терпели или что? Какое хорошее отношение? Это что, еще должен из меня попросить за хорошее свое да отношение? Да вы цари, стоите, вам кто-то смысле что-то стоим. Должен показывать. Тебе еще вы ничего никто не должен. Вы спровоцировали вообще, позвонили на 102. Чего ты взял, сообщили? Что я спровоцировал? Да потому что мы звонили на этот номер, я видел, как и у вас что? Вибрировал телефон. Вибрировал телефон? Да. Ты уверен? Ну да. А ну покажи, где ты видел это. А ну, ну давайте, а... пойдемте специалист в мозг мне залезете или что? Я, ну, говорю, я что видел, ты... в смысле покажи. Так я видел, что вы долбились друг другом. Ну иди покажи там... теперь всем. Ну покажу. Ну иди покажи. Ну так а что тогда словами кидаете? Короче, долго мы будем кричать друг другу. Покажи, ты не уедешь отсюда, я тебе еще раз. Да я не спешу никуда. Ну я дежурю до утра. Вы ну, блядь, уже не мы вас задержим, вы нас задержите. Конечно, я тебя я буду сказал, задерживать. Я сказал, вы уже свободны, мы вас не задерживаем. Я тебя задержу, я тебе скажу. Ну, хотите поговорить, давайте я поговорим. Тебе скажу другое. Только не будем кричать, давайте. Выполни закон о полиции, 18 статью, пункт 3. Покажи мне. Что вы конкретно до полного ознакомления. Что вы конкретно? Неважно, каким я способом ну, буду ознакомлен. Ну, ну хорошо, я, вы вот говорите, я что-то не выполнил. Что конкретно я не выполнил? Ты ну, мне давайте, назвал свои давайте данные. Вместе. Давай, ну назвал, правильно, я представил. А как я знаю, это ты или не я ты? Я вам сейчас покажу, я говорю, я не показываю. Хочу, чтобы вы на видеокамеру снимали. Хоти, ты будешь будете дома, смотреть. Понял? Все, я говорю, я на камеру знаете, буду снимать. Ты... Ну снимайте, меня снимайте, удостоверение мое не надо снимать. Да, я же не против. Снимает. Так что, вон же все люди смотрят. Будут смотреть. Конечно, будут мере. Смотреть. Ну хорошо, давайте покажите. Не выпускай его из рук, тут написано. Да? Давайте, давайте, покажите. Звертаючись до особи, так. Або у разі звернення особи до поліцейського.
Поліцейський зобов'язаний назвати своє прізвище, посаду, правильно, спеціальне звання та пред'явити на її вимогу. Я вимагаю, пред'яві. Хорошо, по поводу відеосйомки ж далі давайте ж дойдемо. Давай я тебе конституцію. Имеете... Ні, так ви подождите, там все ж написано в этой ж 18. Там ж написано, ну... що ви маєте знімати нагрудний наш знак, а удостоверення нет. Що? На написано, що я не маю права знімати службове посвідчення. Що? Це твоє службове посвідчення? Написано, що у нас... Смотрите, що, ви не кричите, секунду. Ну так ти ж мене не слышиш, ти хочеш мені щось доказати. Правильно, я вам докажу, тому що здесь написано чорним по білому. Що запрещено знімати? Що сотрудник поліції не обязан вам давати знімати на відео. Не обязан? А ну покажи. Не обязан. Понимаете? А вот найдешь эти слова, извинюсь. Найдешь мне эти слова, извинюсь. Там написано, что за жетон. Вы же послушайте, что должен быть на видном месте. Мы не о жетоне говорим. Я тебе говорю, службовое посвящение. Если ты сейчас найдешь, я извиню. Ладно, хорошо. Где запрещено? Чтобы вы увидели. Чтобы вы увидели уже. Сейчас мы поищем, раз вы никуда не спешите. Там искать не нужно. 18 статью открываешь и читаешь. То будешь со мной еще спорить. И конституцию надо прочитать. 19. Что вы хотите, чтобы я конституцию вам донашу? 19 статью прочитай, потом скажешь мне. Покажи, ну, мне слово. Расскажите. Покажи вышне, мне слово, вышне, что запрещено вышне снимать. Я не сказал запрещено, я сказал, что полицейский не обязан вам давать на видеосъемку. Вот нагрудный так знак уже обязан. Не обязан или... Нагрудный что? Знак обязан. А же удостоверения нет, я же говорю, если вы считаете, там что такое нет, написано, можете, что нет, вы можете пойти, меня привлекут за это к ответственности. Это жетон, если там, конечно, я пойду, этим буду тобой заниматься сегодня вплотную. Только. Да нет, это мои уже будут проблемы. Дисциплинарку тебе мы сделаем, не переживай. Ты что думаешь, нет, что ты... Ну хорошо, сделайте. Да, сделаем. По 10.26 мы даже сделаем. Ну вы убедились в том, что вы вот этот неправы? Да я ничего не должен. Не бежать я должен уже сразу вам с распространенным удостоверением. А если вы попросили, так мне нужно, я ты вам слышишь, что я тебе говорю? Я ж не отказываю, я вам предъявляю ты три слышишь, раза. Что а я вы тебе дай сказал? Поснимаю, дай поснимаю. Я тебе сказал, мне нужно слово в скобках ставлю. Говорить слово. Я вымогаю. Скажи, да или нет. Мне нужно это слово говорить? Я вымогаю. Не надо, вымогаю. Вы просто так, а как попросить человеку понять? Просто а я тебе что только что сказал. Предъяви мне свои службовые так, я же сказал, что если вам надо, я покажу. А на видео... Да на ты обязан это видео, сделать. На видео я... Так я же вам показал. Что ты мне но показал? Я же вам показал. А как ты хочешь, чтобы тебе а водители хотели, показывали? А вы хотели снимать. Да я его буду смысле, снимать. Как хочешь. Я ж не когда белый, оно будет я твое, засниму. Когда оно я будет твое личное. Тогда ты будешь запрещать. Ты у себя дома будешь запрещать. Удостоверение мое личное. Ты уверен? Как зовут вас? Как вам обращаться? Ну как вам обращаться? Ты мне покажешь свои службы? Ну просто я ж... Ты, я говорю, ты мне покажешь или ты будешь провоцировать? Я же уже показывал. Я же уже показывал. Показать еще раз? Конечно, ты мне покажешь на камеру. Нет, на камеру не покажу. Я говорю, покажешь. А на камеру не покажу. Покажешь. Нет. Я говорю, сейчас еще сюда вызову, еще 102. Теперь смотрите, идите сюда, вот 20-я статья а написана. Сколько же 102, Владислав? Ну, смотрите, написано, на настрое полицейский, это однострой. Если ты мне эту статью смотри, хочешь менять, блядь, ну что ты за человек? Хорошо, все, уже заднюю сдаете. Да на, я тебе какую заднюю? Статейку, смотрите, какая почитайте. Нахуй, что ты мне третий тут, блядь? Пункт. На, я тебе сейчас покажу 20-ю статью. Давайте. Однострой, блядь. Давайте. Что ты мне мозг, блядь, тут выносишь? Четко написано, 20-я статья тоже говорит, за нагрудный знак обязан вот быть. Ты на уверен, одежде. Что знак? И я не имею это права, знак? Нагрудный знак, жетон он же. Так жетон и я или не знак? Имею права препятствовать вам его снимать, но не мое удостоверение, Владислав. Еще раз объясняю. Если вам интересно законодательство, читайте внимательно. Еще раз говорю, я с удовольствием 19 статья конституции. Покажу, Владислав. С удовольствием показываю. Вам покажу, пожалуйста. Но я сейчас буду на стол, просто звоните, ну, звоните и задрачу. Ну, я говорю, да ну, что хотите, чё, делайте. Блядь, ну, можете звонить. Владислав, я говорю, если я все, я понял, ты отказался. Все, ты отказался. Я отказался на ты отказался. Где вам написано, что запрещено? Ну и написано, что обязан вам. 19 статья Конституции. Хочу. А можете, не хочу свою дом. Может, да дома будешь не хотеть. Понятно? Я вам покажу. А снимать не надо. Можете снимать жетон мой. Все, поэтому учите. Нет.
закон о национальной полиции, если вам так интересно. 20-ю статью внимательно еще перечитать. Очень жалко, конечно, 20-я что я увидел. 20-я статья к однострою относится. Ты что, гонишь? Ваши видео мне были, в принципе, интересны, только что-то я вас не узнал. Ты... Да, я не узнал. Слышишь? Мне, я разочаровался. Вы, в принципе, дружище, иногда ну теперь прочитай 20-ю статью, что написано здесь. Ну, я что, еще раз вам должен читать? Это однострой. Удостоверение к чему относится? Что на нем нужно? А теперь мне покажите, если вы уж так... К чему твои посвящения относятся? Если вы уже так настаиваете, покажите мне, где я обязан вам дать его на видеосъемочку. И я извинюсь, как вы говорите. И поеду еще дальше. Раз тебе объясняю. Ну, нет уж такого, не написано. Еще раз тебе объясняю. Предъявлять я вам его не отказываюсь. Вы можете прочитать его вслух. Нет. Ты отказываешься. Нет, я запрещаю его снимать. Запрещать ты будешь дома. Еще раз тебе объясняю. Договорились. Если вы считаете, что я не прав, можете. Сел, блядь, свою канарейку съебался. Мы будем дальше тобой заниматься. Все, вы высказались. Я говорю, сел канарейку и сошел отсюда. Мы довольны, что полиция смогла вам помочь. Разобраться в законодательстве. Старик, потом я тебе еще раз тебе говорю. Просто, знаешь, еще раз тебе объясняю. Потом вот мы этого, посмотрим, вот как ты будешь поведения, дальше себя вести. Как я буду вести. То, что ты не выполнил закон о полиции, 18 статью. Нет, говорю. Ну все, тогда будем. Ты показал мне службовое посвящение? В другом порядке. Ты показал? Конечно, я показал. Я вам не дал его снять, а я вам его... Ты показал его? Конечно, показал. Ты его с кармана достал? Открыл вам и показал. Открыл? Перед вашими глазами. Ну на камеру, потом на видео на посмотришь, как ваш... ты открывал. Ну, камера же не фиксирует все, что видят ваши глаза. Правильно? Я же говорю еще раз, я не отказываюсь вам его показать. Вы дружище, можете но я тебе себя скажу, вот слышишь? Снять, себя снять, я тебе скажу другое. Ты вот зря вот это стоишь, выебывайся вот так. В смысле? Я тебе обещаю. Это делаете вы. Мне вообще все равно. Ну все, понимаете? Мы потом посмотрим, насколько ты все, герой нет. И насколько ты законы что у нас я знаешь. Герой? Я не сказал, я тебе, что я герой. Я тебе просто... наоборот вам сказал, что старик, я могу я тебе потом знать. Будут обид. Да, знаешь, сколько на меня? Там, да, я тебе еще раз говорю. У тебя знаешь, сколько будет обид? Главное, чтобы вы знали все свои права, понимаете? Я их знаю. Использовали их с толком. Если ты не пытаться унизить не можешь, не знаешь закона, так и скажи. Я ему, блядь, говорю, что однострой, это относится заведомо того, кто не даст в ответ, еще раз понимаете? Слушай, это геройство особого не надо. Еще послушай, раз, героем не надо. Однострой. Героем надо быть, когда идет хулиган, блядь, и тебе что-то скажет. Я посмотрю, как слышишь? Ты будешь кулаками ему махать, понимаешь? А ты будешь на 102 за ним. Вот это и весь слышишь? Разговор. Так что счастливого пути. Дружище, вот водить, я тебе еще раз объясняю. Да. Если ты не знаешь законов, так и скажи. Однострой относится к твоей форменной одежде. Мало было, что ты носом тыкнул или что? Тебя 20-ю статью лишь еще раз тыкнуть? А ну тыкни. Ну давайте доставайте, снимем доставай на видеокамеру. Телефон. Только давайте же вы снимите, что там написано. Четко розовым вы там выделили. И пусть все посмотрят. Еще раз объясняю. Однострой это форменная одежда. Там четко написано, что вы имеете право снимать на ебать видеокамеру. Ебать же, блядь. Ты скажи, ты настолько тупорылый, что все. Ты начинаешь, блядь, грузить? Я же говорю, оскорблять того, кто заведомо сразу сдачи не даст, и герой каждый. Поэтому он в парк, там куча хулиганов. А ты сдачу можешь дать? Счастливого пути. Давай, едь, обиженный. Владислав. Я вообще все равно. Ну я ж тебе говорю. Но видеосъемкой можем обменяться потом. Да мне вообще на твою видеосъемку вообще похер. Я думаю, тоже будет... Многим интересно нашим коллегам посмотреть. Конечно, покажешь. Насколько ты не знаешь законов. Ты 20-ю статью вы можете быть убеждены. Даже не знаешь, к чему она относится, блядь, к жетону. Она к жетону не относится. И твоему службовому посвящению. Мы вас чекаем в рай видели для написания заявы на менеджера. Старик, у меня есть намного другие методы, которые немного будут влиятельны на тебя, понимаешь? Ну и что? Ничего. Я тебе просто... Нет, к чему вы это говорите? Я просто понял, что ты законов не знаешь, понимаешь? Ходишь тут перед пацанами, понтуешься. Я же тебе показал. Что ты мне показал? Я тебе объясняю. 20-я статья закона о полиции – это однострой. А 18-я статья прописана про службовые посвящения. Если вам орать друг на друга нравится, я не люблю в таком вот это вот... Ты слышишь меня или нет? Это ни к чему. Закон о полиции, 18-я статья, относится к службовому посвящению. Так я вас приглашаю, вернее, не то, что я, а вы можете пойти в полицию и показать так. Всем пример, как надо работать. Сейчас туда можно по общему конкурсу, вы знаете, пройти. Приходите к нам в полицию, становитесь руководителем. Ты меня слышишь или нет?
ездить вот это вот, к чему вот это ездить? Кому приходите ездить? В полицию, научите людей. Еще раз тебе объясняю. Если вы думаете, что в полиции легкая работа. Я же не виноват, что ты не знаешь законов. Ты мне говоришь, что я их знаю, а вы немного не дочитали. То бишь, твои службы... Подожди, стой, ты, блядь, ты говоришь, ну, и хорошо, я говорю. Давайте. Ты хочешь сказать, что твои службовые посвящения относится к 20 статье, так или нет? Я вам не говорил, я вам четко указал то, что в 20 статье вы имеете право снимать на видеокамеру. Я этого вам все... А 18 запрещено, да? Что 18 запрещено? Снимать. 18 четко написано, что на вымогу особы я обязан предъявить. Я предъяви, пожалуйста, я вымогаю. Но вы же снимаете, я же вам показал. Там... То бишь на камеру ты будешь нет, вам... отказываться? Да, а так я вам покажу. Все, мне этого достаточно, ты отказался, все. Все, красавчик. 18-ю не знаешь, 20-ю тоже. Можешь быть свободен. Народ, в общем, это у нас ПГТ, буду его так называть. И это Изюм. Изюм. Да, это ПГТ. Нет, это город. Да я буду его так трактовать. Это ПГТ. Изюм. Вот эти два молодых тупорылых, вернее, один тупорылый архаровец. Фамилию я его установлю и так. Будут написаны все жалобы на данного человека, который, вы видели, как он трактует законы. 20-ю статья, которая относится к однострою, а 18-я статья относится к службовому посвящению. И вот такие вот полицейские вам пытаются доказать о том, что вы обязаны, запомните, вы ничего не обязаны до тех пор, пока ваша вина не будет...